Жители Белой Холуницы тоже хотели бы новый мост, только не автомобильный, а пешеходный. Спуск к действующей переправе больше похож на ледяную горку, пользоваться которой даже молодым и здоровым удается с трудом. Этот мост в Белой Холунице связывает берега одноименной с городом реки. Он единственный пешеходный в жилой зоне и один из двух, включая дамбу, по которому можно пересечь реку. Ежедневно несколько десятков человек пользуются этой переправой. Наши любимые переходы. Берег левый, берег правый. Правда, крутой спуск плюс неубранный снег, который превратился в накатанную горку, создают немало неудобств. Даже самые молодые жители Холуницы признаются, помнят, что раньше ухаживали за переходом через реку не так. Внимание мосту больше уделяли. А сейчас преодолеть его можно только или очень осторожно, или с чьей-то помощью. Как-то спускаться приходится. Потихонечку. Как-то каким-то образом. Ухаживаю, сейчас хуже стало. Ну, на, делай голову. Нормальный мост. Посыпать хоть чем. Да, посыпать надо. Ты упадаешься. Сейчас местные администрации думают, как решить проблему. На сегодняшний день подход к мосту больше выглядит как спуск с крутого берега и в конце, будем так говорить, уже в начале самого моста небольшие деревянные сходни с перилами, вот как раз таки, которые, к сожалению, своевременно не были очищены. Вот нам необходимо это все продлить в виде деревянной конструкции, либо в виде металлоконструкции. Как это будет выглядеть, пока, ну, сказать сложно, это будет уже ближе к летнему периоду. Но за лето эту проблему мы почти уверены, что благополучно решим. Потому что не такие затратные эти работы будут. Ну и безопасность должна быть превыше всего. Ирина Сырцева, Оксана Савельева, Бюро новостей Давича, Белая Холуница.